Привет, дружище, с тобой, как всегда, Шиморо, и тут ты не представляешь, в Стиме выходит в раннем доступе новая выживалочка. Ну, естественно, как ты думаешь, будем ли мы в нее играть? Да, мы в нее поиграем и посмотрим, что же в этой игре такого удивительного, или наоборот, абсолютно неудивительного, и она из себя ничего не представляет. Поэтому, братан, братишка, братик, давай нажмем кнопочку «Выживать», «Войти в игру», и что мы здесь видим? Мы здесь видим коннекты других людей. Ты можешь создавать игру? Ну-ка, создать игру, например. Шиморо сервер, ёптана. Шиморо сервер. Соло закрытый, открытый сервер. Просто заходите ко мне, короче, и играйте, типа, да? Обычный жесть. Ну, давайте посмотрим. Давайте создадим карту. И посмотрим, что из себя представляет продукт. На самом деле, новые выживалки — это всегда что-то... Это всегда... Ну, я здесь. Да. Пока я не до конца понимаю, во что же я все-таки вляпался. Но предчувствие не очень хорошее. Ебать. Надеюсь, что я выберусь отсюда живым и наконец получу гражданство в Новополисе. Жить за пределами было тяжело и какой же ты... А уж после него. Об этом и говорить нечего. Блять. Я тоже и сам с собой начал говорить. Ебать. Простите меня сейчас. Блять. Ну и актеры озвучки. Вообще, блядь, это просто вот это пиздец. Надеюсь, ты меня слышишь, доброволец. Я номер 400, твой куратор. Ты должен помнить, что записавшись в ряды нового света, ты не только получаешь шанс стать достопочтенным и уважаемым гражданином конгломерата, но и служителем своего народа. Ты слышишь народ, меня, да, благодаря портативной рации. Рации. Именно по ней я буду связываться с тобой в дальнейшем. Дальнейшем. Запомни, чувак давит голос. Место. Указание. Да. Хорошо. Блять, я не на... Это пиздец, это очень халтурная озвучка. Это просто полный пиздец. Происходит? Полная чушь. Даже не было сказано о том, что здесь... все именно так. Извините, что я так критикую, но я ненавижу, когда халтура. Не работает, что ли? Так, здесь, ребята, какие-то аномалии, насколько я понимаю, да? Здесь присутствуют аномалии. Здесь присутствуют... Это сталкер? Нет, это не сталкер. Здесь присутствуют аномалии, это первое, что я заметил. Здесь присутствует отвратительная игра актеров озвучки. Очень-очень низкого уровня с... Я не знаю, это полный пиздец. Ну, как бы хорошо, что вообще озвучка есть, в принципе. Это всегда приятно, но халтурщики, блядь, какие-то нахуй. Это раз. Извините, что я так резко критикую, но... Я очень сильно резко реагирую на хуевую озвучку русскоязычную. Для меня это боль просто, потому что это наше лицо. А русская озвучка всегда была нашим лицом игропрома. Если она хуевая, блядь, то все хуевое. Если... Ой, это кто такие? Если она прекрасна, то это делает пол игры просто. Поэтому уйдите от меня! Уйдите от меня, демоны, блядь! Пожалуйста! Это кто? Это собачки какие-то, это маленькие собачки миленькие. Блять, пожалуйста, пожалуйста, беги. Мне кушать не... кто такие вообще, блядь, что за сталкер? Я... Ой, они застряли на рельсах. Они трутся друг от друга прямо на первом взгляде. Господи, маленькие, вы что, малыши? Малыши, уйдите нахуй! Так, там аномалии, ребята, явно, это мне чем-то напоминает сталкер. Малыши! Смотрите, они опять трутся друг от друга на... Блять, это баг. Это баг. Не, ну, ребята, в альфе, как бы, игра, поэтому... В принципе, нормально. Давайте посмотрим на геймплей. Что я могу сделать с вами? Привет, малыши! Что они делают? Они пытаются убить меня? А, Пирс Малейна. Вы вошли в локацию. Должен сказать актер озвучки. В локацию. Вы вошли. Да. Вот типа такого. У меня немножко голос охрип, поэтому я не могу изобразить, как он точно пытается раздавить свой голос, блядь. Но это очень неприятно звучит. Ладно, давайте посмотрим, что там дальше. Что-то там дальше, что тут здесь. Вот это да, вот это хуетенько, ребят. Ёбаный пиздец, нахуй! Это что, подвешенный чувак, что ли? Нет, я просто увидел ноги, мне довольно темно. Мне довольно темно. Где мой пульт, нахуй, от света? У меня просто в монитор светит свет. Сейчас. Вырубайся, нахуй. Во! Во, вот так приятно. Так, это я у себя за спиной источники света выключил, чтобы они... Давай, я найду тебя, и мы поговорим. А вот этот мне нравится. Это что за пидор?
Давай, я найду тебя, и мы поговорим. Оу, какой-то маньяк, блядь, насильник здесь в этой игре. Вот это мне нравится, озвучка, вот это мне нравится, вот это охуенно. Я съем твои глаза. Посмотрите, какой он. Посмотрите, какой росомаха какой-то с красными глазами, но без шип... Ой, тихо, машина. Все за мной бегают, блядь, в этой игре. Меня все пытаются пиздануть почему-то, я не понимаю. Ну, это... Давай я убегу от тебя. Короче, давайте попробуем оторваться от этого чувака. Я пока не понимаю, в чем здесь дело вообще, ребята. Это явно какая-то зона, да? А... Зона смерти. Их двое, блядь, что ли? А, это два профессора, они дупликнулись. Это еще один профессор. Господи, их здесь бесконечность! Я не могу себя контролировать. Да, не контролируй себя, маленький. Тут манекены какие-то. Так, уходим. А могут ли они запрыгнуть за мной? Там какой-то лутецкий, ребята, видимо. Где пиздюки? Есть ли у меня фонарик? У меня нет фонарика. А, вы получили травму. Какую травму я... Вон там тоже ящики подсвечиваются. Давайте попробуем пролутаться, ребята, здесь. Что это такое? Да иди ты нахрен! Пиздюк! Прошу! Пожалуйста. Говном в меня кидает! Господи, что за выживалка такая? Тихо. Назовем их объектами. Поэтому обеспечить тебя пляком мы не имеем возможности. Блять. Веди сюда, не пойду. Так, хорошо. Бежим. Не нарвись на что-нибудь опасное. Помимо поиска провианта, перед тобой стоит задача. Собрать 3 образца органических тканей с любых веществ. Ух ты, у меня есть задача. Конечно, для начала тебе придется убить их. Когда ты соберешь все образцы, то отправь их через любую пневмопочту. То есть как опасное? В смысле не нарвись? И почему на инструктаже ни слова не говорили об этих объектах? Чё за школьник, блядь, озвучивает нахуй? Неприятно, нет харизмы, блядь, у персонажа. Мне не нравится за такого играть. Так, ладно, идем дальше. Блядь, ну зачем? Ну так, ну что за хуйня вообще, блядь? Ну нормально надо было делать, блядь. Извините, пожалуйста, я опять про озвучку. Давайте лучше осмотрим игру и не будем зацикливаться на таких вот вещах. Это что у нас такое? Это водочка. Давайте примем водочки, чтобы было заебись. А водочки как бы принимаем, и все должно быть хорошо. В принципе, сразу монстры пугать нас не должны вообще никак. А... Да как ты заебал меня, а? Это какой-то педофил, блин. Это игра про федопилов на... Про федопилов. Про чуваков, которые пилят Федьку. Про федопилов. Не в обиду. Федькам, блядь, я ногу там поломал, видимо. Что за хуйня здесь творится? Посмотрите, там какой-то жирафик побежал непонятный. Ай, чё за хуйня творится в этой... Вообще непонятно, друзья, вообще непонятно. Идем дальше. Про федопилов игра, блядь. Федопилы, маньяки, заебали. Так, ладно, идем, бежим дальше. Посмотрим, что здесь вообще... Блядь, жирафик, посмотрите, это жирафик какой-то. Это лошадина-потлатый какой-то пидор. Я не знаю, как назвать этого жирафика. Летофид... Нет, игруха на самом деле есть атмосфера, есть, да. Озвучка говно ебаная, как бы, но... Ну ладно. Ай, тихо! Тихо, я прилег, я отдохнул. Видимо, это Форева, да? Ладно, давайте пробежимся в другую сторону. Не нравится то, что в игре очень темно. Я бы сказал даже, что чересчур темно. Очень темно, просто... Хоть глаз, блядь, выколи. Непонятненько. Давайте побежим дальше, посмотрим, что будет дальше. Ну, блядь, ну я веселье получаю, конечно, удовольствие. Я пукнул. Это что он сделал? Он... Надо быть осторожнее. Что он сказал? Надо быть осторожнее. Блять, ну не нравится. Надо отключить нахуй эту озвучку, блять. Опять федопил. А, это уже собаки. Я не могу драться почему-то. Я рукой-то бить могу? Пожалуйста, мне бить рукой. Это логично. Если бить рукой, это логично. О, у меня фонарик есть на Т-шечку. А фонарика нет в инвентаре, но я могу светить на Т. Тоже замечательно, логика в этом присутствует. Ладно, давайте включим фонарик. Эта игра в ранней альфе, поэтому, ребята, строго судить не стоит, как бы. Ну, хоть ноги видно персонажа, это меня радует очень. И я бегу сам, как федопил, ребята. Посмотрите, я двигаюсь, как бы вот у меня руки вытянуты. Зачем мне вытягивать руки, если, блядь, я не могу ими бить? А, вопрос. Вопрос нахуй на миллион. Зачем? Про федопилов, блядь. Игра про федопилов явно. Смотри, вот федопил. Убивать. Я пришел тебя убивать, маленький школьник.
ты, блядь, плохо делаешь домашние задания, нахуй. Я поэтому встречу тебя после школы и отпищу. Ведь я самый страшный федопил в этом мире, блядь. Но я не знаю. Значит, что сейчас сделано в альфа-версии игры? Добавлена куча федопилов. Очень большое количество федопилов, которые пытаются тебя пиздануть. Помимо федопилов, есть еще какие-то ебнутые собачки, которые трутся друг от друга на рельсах. Второе. Есть лутецкий, который я подобрал, но не смог оценить, в принципе, в полной мере. Да, в игре есть водка. Это означает, что разработчики, скорее всего, русскоязычные. Или, по крайней мере, относятся как-то к России. Это явно. Ну и так как присутствует в игре русская локализация, соответственно, можно сделать вывод, что игра сделана как минимум русскоязычными игроками, разработчиками. Либо это Украина. Не, можно было, конечно, это все почитать, нахуй. Но я сейчас пытаюсь проанализить. Да отстань от меня, федопил, блядь! Все, он отстал. В игре присутствуют аномалии. Значит, разработчики были вдохновлены, скажем так, в свое время сталкерецким. Хорошо. Знак хороший, блядь. Сталкерецкий, значит, делаем выживалку. Вводим туда федопилов. Вводим туда собак а-ля сталкер, которые должны нас... охуительно пиздить. Ёбаный ты... Это что такое? Это рай аномалий просто. Для любителя сталкеров. Посмотрите просто. Аномалия меня не бьет. Она меня... Ну-ка, насколько она сильно коцает? Давайте взглянем. Вот, она коцает. Она коцает. Я получаю 2017 вольт открыто достижение написано. И больше ничего такого. Так, хорошо, хорошо. Значит, из сталкеров спиздили мы вот это. Значит, там мы взяли то. Хуёвых актеров озвучки самых дешевых мы купили, как бы, и делаем игру. У меня есть цель. Я совсем забыл. Да, давайте посмотрим. Не, я ничего плохого про игру не говорю. Если уважаемые разработчики будут смотреть это видео, я ничего против вас не имею. Просто, ну, это полный пиздец, нахуй. Надо озвучкой, нужно, блядь, там такой контроль качества, нахуй, должен быть. Это полный пиздец, блядь. Все надо переделывать, нахуй. Вот мое сугубо личное мнение. Я не претендую ни на что, просто, блядь, ну, а меня это отталкивает, нахуй. Есть и пить мне действительно что-то нужно, иначе долго не протянуть. 400-й дал мне первую задачу корпорации. Добыть 3 образца органических тканей. Собирать их придется с убитых существ. Звучит опасно, блядь. Так, ладно. 3 образца органических тканей, замечательно. Чем мне их бить? Вопрос. Я бы с удовольствием их пиздил рукой, но где моя рука? Как мне бить уважаемых собак и кошек? Пожалуйста, объясните мне. Объясните мне вот это, блядь, и я с удовольствием буду собирать эти ебаные образцы ДНК. Но, к сожалению, я не могу этого сделать никак. Вот тут вокруг меня все рычит, я не знаю, что делать. Тихо, собака, нахуй. Тихо, собака. Как мне драться с... О, я могу! Я могу кидаться говном. Все, теперь я понял. На среднюю кнопку мыши я могу кидать камень. Посмотрите, они застревают друг в друге. Ну, что ты на меня рычишь-то? Как мне бить их? Я же могу рукой сражаться. Я же, блядь, мужчина, нет? Или кто я, блядь? Чем-нибудь... Ну, ой, это что такое? Вы получили травму. Хорошо, ладно, побежали дальше просто, побежали. Я думал, что я сейчас буду восхищаться новой выживалкой. А в итоге получается, что я на такой вот хуёвый негативный обзор делаю, ребята. Я, честно, не хотел. Но я всегда говорю правду, что думаю. Если мне игра нравится, то она мне нравится. Если это поебота ебаная, то это... Вот сейчас, блядь, я нихуя не могу понять. Чё за кусок говна, блядь? Как? И, блядь, эти федопилы заебали меня. Они даже не страшные. А им сделали озвучку. Я убью тебя. И все, блядь. И это весь федопил, нахуй. Это... Почему я такой агрессивный сегодня, блядь? У меня плохое настроение? Нет, вроде бы. О, толкан есть. В этой игре попить можно из толкана? Нельзя. Ой-ой-ой, псинка! Псинка, не бей меня! Псинка, я в ванной. Хотите помыться со мной? Будете мыться? Как мне вот их убить, нахуй? На, камнем получай. И ты камнем получай. И вы оба получаете... О, федопилы. На тебе тоже, нахуй, пидор вонючий. Почему он меня бьет камнем, а я его нет? Ой, я часовой с текстурой вижу. Да ебаный. Да пошли вы нахуй! Господи. Все, меня отпиздили камнями в туалете, блядь. Охуенный, блядь, первый взгляд. Охуительно. Пиздят меня в туалете камнями. Такого... Блять, вот такого со мной еще ни в одной игре не делали, это точно, нахуй. Я ничего сейчас не могу сказать, ребята. Это альфа-версия, и меня отпиздили камнями в туалете. Я больше
ничего не могу сказать про нее. Я не понимаю, каким образом я должен добывать ебаные образцы. Мне, наверное, нужно сначала найти девайс, скажут самые умные ребята. Но, блядь, но это, блядь, почему я не могу бить кулаками, нахуй? Блядь! Меня бомбит, нахуй, в пизду, короче. Да, может быть, я еще поиграю, естественно, в эту игру. Друзья, спасибо вам, как всегда, за просмотр. С вами был Шуморо, и мы увидимся уже на новом видео. Всем пока и до новых встреч. Удачи вам. Блядь.